первосвященники, книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно следовал за ним. В храме Иисус увидел бедную вдову, тут всего две лепты, которая пожертвовала две медные монеты. А что ж так мало? Говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела.